Там тиктокерша какая-то крутится, не знаю, я не могу. Кстати, смотрите, я могу на лицо ему надавить, смотри. Я, кстати, прямо его в дыру тыкаю, я такой, блин. Вот, отлично. Сейчас смотри, я ему пропишу тиктокершу, смотри. Это сильно, это длинно. Так, копье рыцаря. Пока, стой, 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 не двигайся. Я знаю, что там лежит, по-моему. А, покажи свое лицо. Там лицо есть? Вы в тряпке смотрите? Понимаешь, что это капюшон просто, вот такой длинный? Да, да. А, хорошо. Все, фазер. Шоколадка фазер заходит, давай. А вот он стоит там вот. Там. Тоже какая-то куриная печень бегает. Holy Blade Людвиг сейчас вам поможет. Я, кстати, не знаю, как этого дракона, я не помню, как там проходить. Но там дед, кстати, сзади подгуливает. А, здорово. О, кто-то в колокольчике свинячит. Да ладно, похуй. Да, вообще похуй, вообще, блядь. У меня хп вообще почти не осталось, ни, ни одного. Да тут в ложбинке, если что. Ага. О, там тиктокерша погибла. Да тиктокерша, тиктокерша, блядь. Это есть чешуя три штуки, кстати. Да давай, трапецию сзади. Я просто не помню, куда там бежать надо. Я помню, блядь. Ладно. Темный дух победил. У меня Иисус восполнился. Давай, покажи, куда бежать. Дракона убили уже? В какой тикток там бежать надо? Спрыгивать надо. Я не успел. Кто не успел, там какой-то куриный урон от огня вообще, на самом деле. Да-да-да, у меня до нуля хп куриный урон от огня, да. Вообще не будет какого урона. Вы просто наденьте шлем вот эту касочку-басочку, как да. У меня вот эту вот какахи сосать. Тиктокер что-то летает, блядь. Да, тиктоки снимать, да, блядь. Сосиски бизывать. За трусы. Там чешую с... Да, спасибо за чешую, охереть. Три, пожалуйста. За три чешую. Уходи отсюда, я не буду ничего. Все, там стонущие, как это стынуть, блядь. Гнившие. Не надо всех вызывать на дуэль. А. А это никого да, не вызываю, Людвиг. У меня просто кончилось лицо. Просто тиктокер. Давайте, Людвиг, потрошить рыбку в колбасках, давай. Блин, такая атака. Мимо куда-то просто. Тиктоки прокручивать. Давай, давай, кури тикток. Курю. Я покурил. Я пошел, открою, короче, там. У меня камера просто в кирпичики направляется, зачинишь вообще. Я пока стрелявку ставлю, да? Да-да-да, где ты стрелявку там, до дракона? Хорошо, я говорю, сейчас пойдет. Сейчас у меня тиктокер зайдет этот NPC, давай быстрее. Все, пиздец. Вы меня призвали? Все, стонущий рыцарь зашел, спасибо. Да он пидорас, я не вижу ваши тряпки. Да потому что стон... Все, за ко мне зашли, что ты не видишь мои ляпки, конечно. Давай ты ляпку поставишь. Вы поставили в этом туннельчике, в этом курину? Да все, идите в задницу, я провалился уже куда-то. Где вы поставили? Да я нигде не поставил, ко мне рыцарь заперся, ты не слышишь, что ли, или чего? Так это рыцарь же, NPC, а не... Так NPC, когда запирается, все. А, ну все, соси говно, я пойду открывать чехол. Открывай чехол. Долорес. Вот тут, кстати, мимик сидит, я вижу. Спасибо. Хорошо, можешь посмотреть поближе. Угу. Кстати, в него талисманы можно кидать, что это будет спадки космос. Помните? Я помню, что здесь можно тиктоки снимать, охереть. Ну что, трусы снимать? Трусы снимать? Трусы можешь уже снять. Я просто погиб! Спасибо, я просто провалился куда-то в жопу. Я сейчас тоже погиб, но я тоже погиб. Спасибо. Хорошо, встретимся у холодильника. Автомат мама продает, автомама покупает. Автомама говно жрет, автомама жрет говно. Давайте от костра, Фидель, до, после, перед костром не уходите, я поставлю ляпку. Я тиктоки смотрю. Не мешайте. Автомам продает, автомам курит говно, охереть. Хорошо, заворачивай говно в сигару и кури фильтр, давай.
Он просто автомаму продает. Ты можешь жопой двигать? Что за звук? Он со скелетами, наверное, общается там. Хорошо. Ебало, поверни назад. Там дух идет. Автомам продает, автомам покупают. Меня здесь нет. Да я вижу, вас нету, блядь. В жопу дал. Вот. Автомам продает, автомам покупает. Как так тыкать, блядь, вообще? Такое сырное копье. Просто майку в подорожник втирать. Спасибо. За 26 тысяч дали, спасибо. Там налево поворачивай. Ну, тут за камушками. А, это же этот, блядь, пидорас этот, блядь, пожиратель говна херит. Впереди требуется сюда. Не получилось. Не очень тут интересно вообще. Да как он мне... Да чё за бред? Всё, автомам покупает сосалки. Запахло какой-то жареной курочкой. Вообще говном пахнет. Ладно, у кого как. Автомам подает просто. Ты вообще что-то делаешь или что-то там? Нет, я просто припал получил. Я так и думал. Да, блядь, вы так гуляете вообще. На широкую ногу. Поближе подойди. Ну, кстати, у него атаки чем-то похожи на гномью крынку вот этого, которого бомжатина тролльного стояла, там ручками махала тоже. Автомам продает, автомам покупает ручками. Что происходит? Сейчас будет тиктоки. Включай тиктоки. Ты включил? Ты обновил тикток? Да посади вирусе. Да, обновил! Я сейчас лицо обновится, блядь, до самой последней версии. Автомама продает, убери свою клумбу отсюда. Здесь, кстати, безопасное место, где ляпка стоит. Да, если там недолго не стоять, то он заметит, что угоняется. Он заметил, что угоняется. У него не нужно унюхал ваше лицо. Автомама покупает блямбу. Пока. Я тикток обновляю, допустим. Хорошо, обновляю, просто рукой спихнул. Ну, как разогняться? Я разгоняюсь. А, пока. До свидания, блядь, иди нахуй. Ну вот. Спасибо. Сильно. Ладно. Я случайно. Ладно. Уйди, пожалуйста, отсюда. Да чё ты меня выгнал, говно? Я домой хочу, я случайно его по лесу ударил.